Всем привет! Вы на канале Рецептко, и в этом видео мы приготовим вместе с вами вкусный сочный летний салат. Огурец нарезаю тонкой соломкой. Я это делаю при помощи нарезного ножа, но можно также и руками нарезать. Вот такая вот соломка должна получиться. Отправляю огурцы в миску и нарезаю болгарский перец, также тонкой соломкой. Добавляю к огурцам, теперь приготовим соус. Одну столовую ложку беру соевого соуса. Добавляю сюда черный перец, соль, одну столовую ложку растительного масла, один зубчик чеснока, натираю на мелкой терке. И половина столовой ложки уксуса. Уксус можно заменить на лимонный сок. Отправляю заправку к салату, перемешиваю. Пробую на соль. Если соли не хватает, добавьте еще немножечко. И также добавляю пол чайной ложечки сахара. Еще раз перемешиваю, и все, салат готовый. Салат получается очень вкусный, сочный и ароматный. Попробуйте приготовить по этому рецепту, а также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Всем пока!